чем Мария тырлы. Подожди, не спеши. Чуть-чуть многовато холодно. Я когда-то тут сидел, на грани опасности, и там сидел, и посередине сидел. Сейчас уже нужен, видишь, как жизнь. Давай. А мы вот, верите, нет, коллеги, с 5-го сезона. Мы очень крепко дружим, да. Они у нас и мы очень часто видимся, встретимся. Да. Правда, это правда. Встречаемся часто. О, вот Роза тут, Розу можно снять. О, джентльмен. Саня же постарше будет, поэтому он и присел. Не, на самом деле, младше я. Спасибо, что уточнил. Мой первый шаг, мой первый друг. Как вам здесь, на этом проекте? Как вы себя чувствуете? Ну, я впервые. Mm-hmm. Я впервые как себя чувствую. Я пойму несколько позже, но сейчас пока все... Масштабно? Улыбки масштабно, публика интересная, жюри интересное, исполнители интересны, в конце концов, все, кто набрал 100 баллов. Ну, посмотрим. Насколько лояльно вы относитесь к перепевкам своих песен, когда другая аранжировка, другие ходы какие-то? Любите ли вы такое? Ну, зачастую бывает перепевка и лучше оригинала, а часто бывает и что хуже, поэтому в данном случае буду судить по ходу. Я не слышал ни одной песни. Чего мы вам желаем, так это того, чтобы вот этот вечер принес вам настоящее наслаждение. Спасибо. И новое открытие. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Сегодня была очень сложная задача у вас, потому что песня действительно очень сильно поменялась. В этом и стояла наша задача – сделать ее так, по-новому, дать ей свое видение, дать ей свое дыхание, понимание этой песни. Потому что содержание, текст песни, он довольно-таки трагичный. Поэтому как-то, используя наш национальный инструмент най, не позволяла, наверное, рука сделать из нее какой-нибудь танцевальный трек. Вы знаете, это непредсказуемо. Конкурс все-таки – это непредсказуемость. Если мы бы спели ее в оригинале, кто-то бы сказал, что мы спели в оригинале, ничего не добавили своего. Невозможно перепеть оригинал. Да и не нужно. Как раз и не нужно этого. Сколько песен, которые были переделаны на новое дыхание, и они получали свое призвание. Глаза закрою снова мне, вода рисует на окне печаль твою. Расстраиваемся, потому что примерно такая же история у нас была в «Битве сезонов», когда мы исполнили «Паромщика», она тоже была абсолютно по-другому. Может быть, сотня не совсем
высоко ее оценила, зато оценили ее зрители, потому что именно эта песня открыла нам новые горизонты, благодаря которым мы стали гастролировать по всему миру. И я хочу, чтобы Мадонна получила такое же знание у зрителя. Дородос. Дородос. Дородов еще далеко. Дородов далеко. 93 голоса на сотке бы родили. Охорохорился. Привет. Ну не может быть. Нет, я не с вопросом. Я просто хотел спросить, страз хватило только на один карман? Да, я развиваюсь пока только. Развиваюсь. А да. Как наши исполнители тоже развиваются? Да. Держи микрофон. И причем я не понимаю, как два добрых молодца с такой красавицей рядом еще петь могут. Мне кажется... Но кукиклы, вот это вот... Кукиклы. Флейта пана звучит, да, максимально эротично. Вот я это тоже заметил, когда у Фирсовой стоял. Ирочка, Лесенька, наконец-то вы вместе. Да, да. Группа Тутси, давайте поаплодируем. Тут Тутси яркие, тут Тутси спрятанные. Но давайте... Маша любимица всей нашей съемочной группы за невероятную позитивность во всем просто. В каждом слове, в каждом движении, в каждом сидении на стене, в каждом выступлении. Это потрясающее качество, за что тебе отдельное спасибо и низкий поклон. Пожалуйста. От нашего бэкстейджа. А каково это снова возвращаться на эту сцену? Я хочу еще, если честно. Села, да? Но мне очень нравится петь. Петь и именно этим людям. Я очень люблю White Media, весь продакшн, который делает здесь очень душевно. В общем, я с огромным удовольствием еще бы выступала бы в этой команде чудесной. Сложнее петь тебе было на изначально незнакомой сотне или когда ты уже знаешь каждого из них? Сложнее, что касается восприятия людей, сложнее, когда первый раз, это точно. В каком смысле сейчас сложнее профессионально, потому что много было показано, скажи, да? Потому что я много показала, я сама понимаю критерии, по которым отбирают, я знаю свои ошибки, поэтому как бы когда вслепую, чуть-чуть типа в этом смысле легче. Вообще ты задала шикарный градус этому эфиру, этому крутому выпуску, и спасибо тебе за это огромное, до встречи завтра, уже на съемочном дне, на стене. На стене, до встречи. Снова здравствуй. Смотрите, ну-ка все вместе! Что ты хочешь сказать Кирпичевой? Не, ну, есть а у тебя что-то наболевшее на сердце? Нет, мне ничего не болит. Она мне подняла настроение, подняла 94 человека. И спасибо тебе большое. Спасибо, Мария, потрясающая. Я очень сильно ждала ее. И это случилось. Очень, очень много. О, Яночка, у тебя сейчас было очень много фальшивых нот. Извините. Давай еще раз. Не давай. Надо. Давай. Ну, попало. Ну, в общем. Вот, и огромное спасибо. Она прекрасная. И вообще, я себе не представляю, как мы сегодня будем вот это вот все переживать, потому что... Ой, а давайте мы переживать. Просто все будем вставать. Нет, не надо. В этот раз. Не надо. Главный приз, мы должны его разыграть. Ладно. Просто потом альбом... Нам что будет надо? В конце 10 ничьих. Из 10 треков. Тебе надо было так... Вот так нужно было. Мне в первую очередь, пока ты собираешься с мыслями, только что спустилась со сцены, хочется сказать, что действительно, вот хочется немножечко оправдать сотню, как будто бы, потому что непосильная задача стоит, потому что вы действительно такие родные и любимые приходите, что как судить, я просто без понятия. Но как не встать на твое исполнение, я тоже не понимаю, потому что у меня одни вопросы. Ты как сама? Да все хорошо, я не расстроилась совершенно, я... шла сюда с намерением просто подарить песню. Я это представляла, знаете, как творческий вечер композитора, очень мною любимого, которого я с детства слушаю песни, вдохновлялась ими с детства. Вот. И для меня большая честь была просто спеть перед ним сегодня. На самом деле, большего, ну и не нужно в целом. Любовь похожая на сон. Счастливый. Очень рада вернуться. Я скучала по этой атмосфере, по этой обстановке, по сцене, по людям. Как изменилась твоя жизнь после проекта? Это самый любимый вопрос мой.
как она изменилась. Она такая же прекрасная, как и была до проекта. Но проект, конечно же, дает себе новых слушателей, новых поклонников, телезрителей. Он дает себе опыт. Это все равно очень такая колоссальная история для тебя. Вклад в себя, вклад в свою историю творческую. Спасибо, что ты сегодня с нами. Ты настоящее украшение всех наших сезонов и сегодняшнего спецвыпуска. Спасибо. Уникальный день. Друзья, вы просто не представляете, насколько мы все счастливы. То вот такой у нас состав сегодня участников. Что такие у нас флешбеки в прошлое и такой качественный материал. Я так понимаю, что эта вершина для тебя стала новой ступенькой. Эта песня, друзья, 5 минут. 5:40. 5:40. Это почти 6 минут чистейшего вокала, постоянно повышающийся уровень. Высочайшие какие-то ноты такие, что я думаю, господи, ну куда там уже? Ну куда? И еще и драматургия. Я не буду ничей жених, ты ничьей женой. Расскажи, каково было работать над этой песней? Очень сложно. Это полностью аранжировка моя и моей команды. Да ладно. Да, и мы работали над этой песней. Честно признаюсь, я вынашивал эту версию, наверное, 7 месяцев. И каким-то образом все-таки она у меня родилась. Я искал это вдохновение. Мне хотелось в этой музыке показать слова Цветаевой, потому что именно вот в ее стихотворении, да, идет такая борьба между смертью и Богом. И вот этот человек, который борется за своего любимого, возможно, с какой-то огромной болью, да, возможно, этому человеку очень плохо. Я не знаю, что пыталась передать именно Марина Цветаева, но я хочу сказать, что вот этот вот разрыв, который в стихотворении я почувствовал, мне показалось, что мы передали в аранжировке. Потому что там происходит эта борьба, происходит напряжение, постоянная скрипка. То идет надрыв, то спокойствие. То опять надрыв, то спокойствие. Вот эти волны, которые захватывают. Ну, вот мы сделали так. Я ее слышу так. И, честно говоря, мне она очень нравится в этой аранжировке. Судя по баллам, она понравилась большинству членов жюри, большинству сотни. Я очень, конечно, надеюсь и рассчитываю, что она понравится зрителям. Потому что это чистейшая, сложнейшая работа. Ладно, мы ее еле сделали, 7 месяцев вынашивали. Ее еще надо было спеть. И я считаю, что... Ну, сейчас по моим ощущениям, я считаю, что я справился. Немножко перепутал слова, но что поделать. Знаете, что я хочу сказать? Ты вот говоришь про 7 месяцев, и я понимаю, что это действительно были полноценные роды. Слегка преждевременные, как выяснилось. Но, тем не менее, боже, какой огромный труд. Огромнейший, сложнейший, такой многопластный, но это же фантастика. Да, ну, мы, наверное, для этого и в принципе, или благодаря этому понимаем, что мы не стоим на месте, артисты. Да. Нам это надо, это вызов каждый раз себе. И, но нам остается только понимать, насколько мы удовлетворили сами свое эго, как артисты, потому что это важно. Ну, в общем-то, как-то так. Кстати, что тебе и сказали? Члены жюри, как классно видеть твой рост, как классно видеть, что ты не останавливаешься, что твой путь, он продолжает идти в горку, и это фантастика просто. Да, ура. Я очень рад и счастлив. Сегодня лучший из лучших, и, честно говоря, я могу сказать за всех своих коллег, мы волновались страшно, потому что мы уже победители, мы уже набирали высший балл. И сегодня соревноваться, ну, странно, по меньшей мере. И поэтому сегодня мы просто выходим поздравить нашего главного композитора страны, да и, конечно, просто вытянуть на эту сцену. Ну, сотня сегодня решила сделать так. Ну, это каждого выбора, а зрители уже будут, в общем-то, показывать свое. Так что продолжайте смотреть выступление. А я смотрю, Сергей уже смотрит дальше. Да, ладно, уже волнуется. Да, бежит уже дальше. Ну, пошли дальше болеть. Спасибо. 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 Спасибо большое. Ты не ищешь легких путей, да? Классика. Да, да. Это моя жизнь. Через пень-колоду. Все как обычно. Сложно было тебе сегодня? Да, конечно, сложно, учитывая, что композитор сам сидит в зале, жюри, конечно, это было непросто. Но ничего, собрала себя и как-то надеюсь, что успешно выполнила задачу. И что я очень успешно на самом деле. Я тучи разгоню руками прошлое, закрою дверь. Я вот всем говорю.
говорю участникам, не воспринимайте, что это сегодня конкурс, это конечно, сегодня концерт. Конечно. Большой концерт, и мы уже обсудили, что надо просто было сразу выступать в Кремле, потому что вот этот уровень прекраснейших вокалистов, и твой, и вообще всех, кто сегодня с тобой в этом выпуске, это какая-то фантастика. И я рада, что хотя бы вы можете это видеть на экранах своих телевизоров, потому что это фантастика. Мы вам очень завидуем. Да. Уважаемые зрители. Когда были первые чеки, что ты подумала? То есть вы встретились, ты же начала уже слушать и поняла, какой репертуар будет с тобой соперничать. Что ты подумала? Я обычно не слушаю. Слушаешь наоборот, да? Да. Ну, в любом случае, сегодня я прослушала весь концерт фактически. И я хочу сказать, что это просто 10 супер достойнейших вокалистов с 10 шикарнейшими песнями в хороших аранжировках. То есть это действительно как праздник. Это праздник для души, для глаз в том числе, потому что все шикарно выглядят. Ну, это, короче говоря, мечта. Была у тебя действительно такая мечта? Конечно. А, вот, все-таки мечты сбывают. Естественно. Да, спасибо тебе большое. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Я искренне надеюсь, что мы еще увидимся действительно в Кремле. Ты в очередной раз доказала, что твое место там, на большой-большой-большой сцене. Спасибо. Наши звезды и наши дивы, и наши вообще, я не знаю, ну какие у нас участники, мы самые счастливые, мы самый лучший проект. Себе позволить тут говорить ртом. Да. Маленький, ну плачет. Ты знаешь, что мы с тобой безумно гордимся? Спасибо большое. Я когда вышла, я увидела, сколько людей меня так поддерживают. Фу, я нытик. Неприятный. А я умиляюсь. Я стою, знаешь, как на малыша, который мне так очень тюзики. Маленький. Я верю в людей, я верю в музыку, я верю в добро, я во все это верю, и музыка спасет мир. Иначе никак. Я даже не знаю, что тебе добавить. Я знаю, что это было фантастическое выступление. Мы поменяем медведя, а то Наташа не даст нам покоя. Тебе с биркой новой, неопробованной. Как же ты без него? Вот. Ты была феноменально прекрасна. Спасибо. Очень красиво. Стала еще краше и еще шикарнее. У меня уже есть усы красные? Нет. Подождите. Реви дальше. Ждем, друзья. Вернемся после рекламы. Сами кот с красными усами. Сами кот с красными усами. Просто в глазах твоих слез не видно, все любви. Классная версия. Ты спасибо. Правда в порядке. Я знаю, что просто очень устала. Да, я знаю, что напряженный день был. Вы просто, чтобы вы понимали, я сижу в буфете, пытаюсь что-то перекусить между двумя моторами, и заходит эта прекрасная дива, и я думаю, то есть я видела в списках, я знала, что Софико будет здесь. Но вы не представляете, какая радость снова и снова видеть. Вот, ребят, я понимаю прекрасно, что чувствует Сотня. Это, ну, не то, что дети, но это вот что-то дети. Настолько родное, настолько взросленное вот в этих стенах, в этом павильоне. И то, кем, и те, кем безумно мы гордимся. Спасибо вам всем большое. Что за... Ава музыки, я уже говорила. Ава музыка, ава мне, да? Ава музыки, вот. Браво тебе. Софико выступает в театре и все обещает мне, что как-нибудь меня позовет, все время забывает. Пользуясь случаем, очень прошу, чтобы Софико меня все-таки позвала куда-нибудь, а то я вижу только сторисы других людей, как они ходят к тебе на спектакли, а я страдаю. Я тебе... Ну, приходи. Ладно. Все. И вы приходите тоже. Приходите все, потому что вы бы видели, какая там красота творится. Ух! И
Я скажу, что я критически не согласна. Это, конечно, не имеет никакого значения. Тем не менее, Азат, ты настоящий, действительно бриллиант. Не только нашего проекта, но и после нашего проекта ты стал признан еще больше. Тебя больше людей узнали. И я просто хочу тебе сказать спасибо за то, что ты продолжаешь раскрываться на нашем проекте новыми гранями, брать новые вершины. И при этом остаешься настолько добрым, прекрасным, трепетным человеком. Просто вы не знаете, как мы тут все дружим. Ну, вы видите на самом деле. Это огромное счастье, что получается вот с такими высочайшими профессионалами еще и находить человеческий контакт от сердца к сердцу, живое общение и вот такую вот настоящую дружбу какую-то человеческую. Спасибо тебе в первую очередь за это. Как ты? Сейчас, секундочку. Простите. Все, говори. Все хорошо, все замечательно. Знаете, я, наверное, такое ощущение, что я приобрел, наверное, большую семью. Я посидел в этой сотне, я знаю всех организаторов этого проекта. И, конечно, печально, что вот прощаешься, но такая светлая грусть, наверное, сейчас меня наполняет. Но, тем не менее, хочется выразить огромную благодарность Weight Media проекту «Ну-ка все вместе», такому масштабному, такому организованному, на самом деле, такое трепетное отношение к каждому участнику я не встречал нигде. И поэтому вот просто хочется сказать большое спасибо вам за ваш труд. Это первое. Что касается моего исполнения, ребят, вот трепет и волнение был такой же, как будто я выхожу на эту сцену впервые. Да, и я думаю, что каждый участник испытывал это на сцене. Вот, поэтому я в любом случае, какой бы расклад ни был, я очень рад за ребят, потому что все это мои очень близкие друзья. Ребят, я вас поздравляю. Дерзайте, достигайте и дальнейших вам высот. Мне самому интересно посмотреть, что там будет в финале. Я люблю тебя до слез. Без ума люблю. Друзья, вы все видели, потому что Митя офигенно выступил, офигенно снова доказал свои позиции в этом шоу, как наша звезда, как открытие шоу «Ну-ка все вместе», ну, в таком масштабе, в котором она есть сейчас, как наш офигенный коллега, как наш крутой друг. Спасибо большое, спасибо. Который идет с нами уже теперь с проекта в проект и потрясающий профессионал. Спасибо, как ты очень сам? Приятно. Я в восторге, потому что все сделал как надо, все получилось. Поверь, что не ищу, больше не ищу, я тебя в толпе. Были просто вот эти творческие муки в аранжировках, и это все хотелось показать очень сильно, и слава богу, что получилось. Понравилось, не понравилось, там это уже дело пятое, мне понравилось. Я видела, прям ух, хорошо зашел. Прям очень сильно, чего и всем желаю. Мужчина, и мне, правда, не хватает на нашей сцене настоящих мужских голосов. Все наверху, все там, ну, вот, а у тебя очень мощный, а как низкий. Же ты? Ну, я все равно тенор. А вот баритон. Вот, а вот бас. Вот бас. Вот, и... А вот Басков. Да, нам всем повезло. Ребят, у меня третий раз ухо пердит. Ты уверен, что это ухо?
Я сначала думал, что это не ухо, но все-таки Илюша. Оказалось ухо. Не можем пройти мимо нашего великолепного Фаруха, потому что он вышел, и на нем нет лица. Почему? Друзья, я бледный. Просто потому, что это был, наверное, самый сочный, лучший, самый красивый, эмоциональный выпуск за все время. Даже когда... Да. Но я вам сейчас объясню. Нет, только исключаем пятый сезон, остальные сезоны и шестой. Потому что от начала до конца мы просто все на нервах голосуем. Один лучше другой. Вообще непонятно. Одни монстры просто выступали. И просто еще, знаешь, вот проблема в том, что каждый из них – это твой друг, да. Дружбан. Мы уже огромная семья, большая семья. Мы так друг к другу привыкли. Вместе! И как на этого, на первого вставать, а на второго нет? Вообще не получится. И мы должны были как-то вот совместить все это дело, найти какие-то проблемы, маленькие нюансы. Но тем не менее, вся уважаемая сотня, справилась с этой тяжелейшей задачей. И мы поздравляем от всей души дорогую Арпи за прекрасную победу. И Дашка Храмова. Да. Да. С прекрасной победой, сольными авторскими песнями от Игоря Крутого. Очень крутой музыкант, очень крутой легендарный музыкант. Я уверен, что они все-таки найдут свой хит, и они стрельнут, конечно, на международном уровне. И уже на 90-летие Игоря Яковлевича будут исполняться уже песни Арпи и Даши, которые уже войдут в историю. Да. А? Оригинальный сингл, друзья. Оригинальный да, сингл. Это вам не хухры-мухры. Спасибо вам огромное. Хорошего вечера. До новых встреч. Видит Бог. Мы это не продюсировали. И более того, ничего никогда в жизни подобного даже невозможно предположить. Потому что такое развитие событий может быть где-то в реалити-шоу, когда люди дерутся за еду, я не знаю, за воду, за место под солнцем. Но такого творческого пожара, который горит внутри нашего лидера сотни, Сережа, ты мой кумир, я твой фанат. Я мечтаю, чтобы все люди на этой планете так бились за то, во что они верят. Я тебя обожаю. Я без сил. Что сказать? Я без сил. Что-то говорить? А я буду просто любоваться, восхищаться. Как ты это выдержала? Я не знаю. Мне уже просто так хотела домой. Как я это выдержала, я не знаю. Спасибо вам, моя красотка. Вы молодец. Спасибо. Как я это выдержала, я не знаю. Во-первых, я хочу сказать огромное человеческое спасибо Сергею Лазареву за его доброту, за его человечность. Я просто никогда не перестану его благодарить. Юлии Сумачевой за этот проект, за те возможности, которые мы имеем, которые мы получаем. Господи, храни Господь всех. Спасибо, мечты сбываются. Я не могу сказать, что я грезила этим. Вот сегодня там ночью засыпала и представляла, да клянусь, нет, просто действительно я уже третий раз оказалась в тройке. Видимо, Сергею захотелось. Так, сколько можно, Бог Троицу любит, пора. Мне помочь. Пора. Тем более, что действительно все уже вставали, вот единственный Лев Рудин не вставал. Не знаю, может быть, какая-то... Мы не называем больше это имя, тот, кого нельзя называть. Неприязнь возникла ко мне, хотя я честно скажу, что я с этим человеком никак не ссорилась, даже не пересекалась. Более того, скажу, он вставал регулярно на мои выступления, но как-то вот, не знаю... Самое
самое главное, что выпуск получился фееричным. Я вообще не помню, чтобы такое у нас было. Такой накал страстей. Ты представляешь, я пою, радость. И нам на моих глазах происходит это все. Я не знаю, мне допевать. Я представляю, я видела вот здесь сверху, мне друзья. Мне допевать или что делать сейчас? Остановят съемку или что? Заметьте, не остановили, потому что все по-честному, все за правду. Потом полчаса искали цветок, Сергей, потом пришейте цветок. Так что классно, Сергей, что спасибо вам, человеческое огромное. Спасибо вам большое. А мы ждем хит. Прикинь? Я не верю. Мы ждем. Спасибо. Все, до встречи спасибо в Кремле. Спасибо большое. Ой, наша дива. Спасибо. Спасибо. Беленькая, она, видите, она все просчитала. Это был тайный ход. Она сказала, я с вами на одной волне. Да, я сказала? Я уже не помню, что я говорила. Любовь уставших лебедей. Поэтому я сегодня в белом. И устала. Да. И любовь. Любовь уставших. Все. Спасибо, друзья. Спасибо вам за все, за то, что болеете, за то, что поддерживаете. Спасибо. Умничка наша. Умничка наша. Приходите спасибо, в Кремль и послушайте это живьем, потому что такое нельзя пропускать, друзья! Покричала на вас тоже. Извините. Спасибо, пока. И снова 3 сентября. Но почему? Но почему? Да дай мне ей шанс, лёд поразила. Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Лазарев, к тебе скорая приехала. Да здравствует российская медицина. Да нет, ну там нормально. Ребят, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, дайте мне микрофон. Раз, два, три, раз, два, три, дайте. Нет, ребята, скорая Лазареву медицина нужна Льву Борисовичу. Раз, два, меня просто в дурку забирают сейчас, ребят. Все нормально, просто Чичи приехала скорая, потому что спасибо, что не полиция. Ты понимаешь, это тоже возможно. Что для тебя готов сделать? Нет, нормально все, ребят, еще раз, это так, чуть-чуть, не надо никакого пластыря. Ладно, не обсуждаем это, давайте дальше, пожалуйста. Подождите, давайте врача на врача поменяем, садитесь в первый ряд, не уходите.